Красная армия приближается. Чем дольше ты будешь молчать, тем хуже будет твоим. Мы способны на милосердие. Только его сперва надо заслужить. Думаете, после того, что вы натворили, мы будем брать пленных? Никто не знает, что вы здесь. Да все... Как оно там? Утечку вряд ли устраним. Тогда придется перекрыть трубу, пока не найдем новый день. Сомневаюсь, что сможем найти здесь запчасти. Я оставил тебя за главного. Да, сэр, но мы не ждали такого сопротивления. Ты был моими глазами. Ты должен был видеть. И понимать, как много зависит от успеха операции. Да, но... Нет. Нет. Не понимаешь. Нет. Да и как ты можешь? Тише. Тише. Не бойся страданий. Мы очень близки к цели, но должны сохранять бдительность. В случае успеха нас ждет новый мир. Наш собственный мир. Константин, вас срочно просят вернуться в тюрьму. У нас пленник, возможно, знающий про артефакт. Будьте верными, и войдете во славу святого. Делать. Нет! Не трогайте его. Похоже, у нас снова утечка топлива. Что тут случилось? Этой хреновине лет 50. Кажется, вентиль сломался. Давайте его перекроем. У нас проблемы со... топливо. Сейчас сделаем. Держи крепче. Надо приложить усилия. Черт. Муфта прохудилась. Можешь помочь? Смотри в оба. Больше предохрани... Обыскать местность.
Как бы уничтожить эту цистерну? Снова советская пропаганда. Ночь работе не помеха. Здесь Константин, тот, кто пытался убить меня в Сирии. Заметно здесь не пробраться. Должен быть другой путь. Thank you.
чьи-то четки. Эти четки почти совсем истерлись. Холодно. Пока что это никак не опустить. Я проник во вражеский лагерь. Потеря топливных баков их задержит, но не остановит. Вы вообще кто такие? Я все объясню позже. Если тебе нужны ответы, слушай внимательно. Нам удалось уничтожить старую радиовышку, но она была связана с другими при помощи ретрансляторов. Их нужно отключить. Помоги мне, а я поручусь за тебя перед остальными. Я ими займусь. Хорошо. Времени у нас мало. Ретрансляторы связи. Наверняка работа троицы.
Надо бы из пленника побольше выбить. Если придется звать Константина, то он не обрадуется. Мы продолжим давить, но его явно учили сопротивляться допросу. Похоже, это лидер потомков. Он должен знать о святом источнике. Найди его слабость. Включи фантазию. Пленник. Надо отыскать его. Это точно по-русски. Кажется, знаки обозначают какое-то место неподалеку, но понять ничего невозможно. Семейная фотография. Сделана в России в конце 50-х годов. Наверное, кто-то из них сидел здесь. Здесь что-то написано. Thank you.
Маленькая хитроумная игрушка с заводным механизмом. Собранная из металлолома и разных обломков из лагеря. Должно быть, ее долго. Троица ищет источник. Надо узнать, что им известно. Пока что это никак не опустить. Что там с местными проводниками, которых удалили все?
Должен быть способ забраться в старую тюрьму. Эти метки не на русском. Может, предупреждение? Похоже, бросили в спешке. Интересно, нашли здесь красные что-нибудь? Начались гонения на пророка и на его последователей. Там внизу вода, и, похоже, очень много. Там внизу вода, и, похоже, очень много.
Золотая монета с изображением города. А это пророк. Похоже, это была официальная монета Китежа. Икона пророка, отлитая из золота, очень похожа на византийскую. Наверное, это часть механизма. Потихоньку. Наверное, это часть механизма. Потихоньку. Вода все разрушает. Еще лет 20, и тут мало что останется. Это цистерна.
Лот. По идее, теперь я смогу там проплыть. На стене отметины. Уровень воды менялся. Снова препятствие. Как же мне до туда добраться? Этого масла хватит с избытком. Снова препятствие. Как же мне до туда добраться? Лот.
Древняя рукопись о дарах Земли. Thank you.